вышло 300 на 700 поменяли, да? То есть здесь вот этот участок, он у нас аварийный, за вот прошедший сезон порядка 15 у нас выходов было. Каждый раз вскрывали, потом уже перестали вскрывать, просто обваривали. Эта насосная станция собирает все стоки Октябрьского района. В эксплуатации уже около 40 лет. Физический износ труб 100%. За 5 лет здесь произошло 18 аварий. Сейчас напорные трубопроводы полностью заменяют и даже увеличивают их протяженность. Следующий объект – котельная в Загорске. В прошлом году здесь выполнили капитальный ремонт основного оборудования. Но это не решило до конца проблему вредных выбросов. Буквально вчера в ходе Байкальского форума было решено переводить Бурятию на зеленую экономику. Здесь порядка 85% забываем. Мы предполагаем установить новые циклоны, где коэффициент очистки может доходить до 92%. То есть это сразу существенно снизит нагрузку вообще по выбросам. Хотя сейчас мы находимся, я еще раз говорю, в пределах допустимых концентраций. Роспотребнадзор это подтверждает своими проверками. Для поддержки этого объекта в этом году выделено 7 миллионов рублей. Далее котельная по улице Хоринская. Здесь ремонтные работы продлятся до середины августа. Частично выполняется демонтаж тепловой изоляции, трубопроводов и производится чистка канала. В местности Верхняя Березовка решено закрыть 3 котельные и подключить жителей к 4-й тепломагистрали от Улан-Удэнской ТЭЦ-1. Здесь протягивают тепловые сети длиной 3478 метров. На данный момент они проложены на треть. Самое основное – это снижение выбросов, связанных с работой котельных, да, вы понимаете. Ну и второе здесь, для у нас есть определенный запас по пропускной способности трубопроводов, но часть населения мы сможем подключить к централизованному теплоснабжению. И, наконец, 5-й объект – Улан-Удэнская ТЭЦ-1, основная теплоцентраль. Сейчас здесь проходят ремонтные работы, полностью реконструируют 6-й котел. Мы застали уникальный момент, когда он полностью раздет. Такое бывает крайне редко. Работы ведутся круглосуточно, закончить обещают к 6 августа. В завершении проверки мэр резюмировал. Я в целом доволен темпами, которые у нас проходят в летнюю ремонтную кампанию. С финансами полный порядок, значит, с материалами полный порядок, с людьми полный порядок. Дарья Белоусова, Сергей Костенко. Новости дня.